Кумыкском театре в Махачкале прошел творческий вечер дагестанского поэта Анварбека Култаева. Друзья, коллеги и поклонники приехали, чтобы поздравить его с вручением звания народного поэта Дагестана за большой вклад в развитие литературы. Анварбек Култаев – поэт, переводчик, журналист и публицист. Он автор нескольких десятков книг. Его стихи переведены на языки народов Дагестана, России и Европы.